Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале Magic.ru. Как я и обещал, первая партия продукции Eagle приехала к нам на склад. Это и бочковые продукты, 200-литровые емкости, и 20-литровая тара, CVT-шки, ATF универсальные, обычная трансмиссия 0,20, 5,30. Кстати, ведра очень хорошо сделаны, качественно. Сама металлическая тара прям вообще классно сделана. В том числе поступило огромное количество антифризов. Это и концентрат минус 52 и минус 38 градусов, зеленый и красный антифризы. Это чистая Корея, еще раз напомню. И вся 4-литровая тара, начиная с ПАО 0,25-30 ПАО синтетики. Чем ПАО стоит менее 3000 рублей за 4-литровую канистру, что, на мой взгляд, прям подарок на самом деле. Декстроны разные пришли, мультики пришли, синтетический мультик, кстати. В общем, об этом, обо всем я буду рассказывать на следующей неделе, буду вас знакомить с брендом, расскажу про завод и так далее. Ждите выпусков, это все будет очень подробно мною освещено.